Привет, это Реборн. У мистера Биста вышел новый видосян, называется «Люди от 1 до 100 лет решают, кто выиграет $250 000». А чё так мало? Мы привыкли то, что у Биста побольше денег. Хотя, ладно, 250, конечно же, это тоже дофига. Давайте посмотрим, ролик пипец долгий, 40 минут аж целых идет. По-моему, это самый длинный видос у него на канале. Я уже такое говорил точно разочек, но это, по-моему, явно самый длинный. Короче, поехали. За мной снова 100 человек. Их возраст варьируется от 1 года до целых 100 лет. И все... Очень странно на самом деле то, что как бы одногодки, они... Одногодки. Нет, подожди, это не так и звучит. А, короче, дети 1 года, блядь, там могут нормально сидеть и не орать там, и никому не мешать и так далее. Может, они там вместе с родителями фиг его знает. Они будут бороться за $250 000. Подойдите к своим кубам. И в отличие от моих прошлых видео, сегодня эти 100 человек сами решат, кто заслуживает 250... Вот интересно, как они это все решать будут на протяжении 40 минут. Заходите в свои кубы. Итак, испытание началось. Если кто-то решит выйти или просто коснется красной линии, он будет исключен. Как далеко вы пройдете в этом испытании? Я намерен пройти его до конца. Хорошо, посмотрим, как дела у Годовалова. Не, на самом деле, я даже не знаю, зачем столетнему нужны такие деньги. Думаешь, ты выиграешь деньги? Думаю, мне похуй. А, хорошо, играйся с планшета. Так, как он голосовать-то будет за всех остальных? Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. 48, я серьезен. С самого начала было ясно, что люди среднего возраста оказались наиболее собранными и решительными. Но не все остальные. Если выйдешь и проиграешь, двухлетка вышел из игры. Двухлетка? А ты говоришь, один... А, это двух? А там один тоже есть? Как и следовало ожидать, первыми ушли самые младшие. Ну, понятно. Тебе понравилось? Нет, надо было их реально вместе с родителями посадить. Ну, потому что, как бы, чтобы за ними хотя бы следили там, я не знаю. Ну, просто они реально же, они не вдупляют, что происходит, и явно выйдут первыми. Просим через год, когда сможет говорить, и некоторые из пожилых. Да, сэр, я готов уйти. И уже к первому часу съемок этого видео выбыли 6 человек. Что-то как-то быстро на самом деле. Не, ладно, дети, а взрослые-то что так быстро ушли? И уже скоро их будет. Их там, наверное, даже то ли, что ли, не пускают? Больше. В отличие от этого видео, которое было скорее соревнованием до последнего, здесь суть в том, чтобы заводить друзей и пытаться понравиться людям. Они сами решат, кто выиграет 250 тысяч. Я еще не знал, что это станет самым напряженным из всех видео. Чуть, блядь, там даже все плачут, люди. Видео, что мы снимали? Позор тебе! Вы серьезно? Вы добрый человек, не исключайте меня. Внимание всем! Я бы на самом деле, похуй, бля, я все бы исключал, хотя меня бы тоже давно исключили. Надеюсь, за пос... Я даже не знаю, какую здесь можно тактику придерживаться. В последний час у вас всех была возможность завести друзей, потому что они вам понадобятся. 10 минут на табло. В следующие 10 минут мне нужно, чтобы 10 из вас ушли. Я не смогу. Прям нужно? В конечном счете, ваша ответственность как группы убедить 10 человек покинуть свои кубы. Действительно, убедить? Тут даже не голосовать надо, а убеждать. Бред какой-то. А как можно кого-то убедить проебать 250 тысяч долларов? Что за фигня? Если вы не сможете этого сделать, мы случайным образом исключим 25 из вас. Удачи! Боже мой. Не, лучше на самом деле так пусть сделаю. Типа у тебя больше, ну не больше, конечно, шансов, но в любом случае тебе не придется вот так вот брать, самому уходить и просирать деньги. Я не хочу 25 случайных. Нам нужно, чтобы кто-то ушел. Я не уйду. Если вы пенсионер, то вам пора уходить. Если вам не больше 12 лет, вам пора уходить. Да ты офигела, типа как бы 12 лет, у них есть родители, поэтому им... А, хотя, блин, у пенсионеров-то могут быть дети. Тогда да. Тогда пошла ты в жопу, блядь, сама уходи. Прошла уже минута, а никто не ушел. Если со мной уйдут 7 человек, я выйду. Прошу, помоги. Нифига себе, чувак, а что это такое, блин, это добрый. Прошу. Меня нельзя исключать так рано. Ребята, пожалуйста. Можете уходить? Ты тоже, дитё, можешь уходить. Жертвуешь собой ради команды. Я не могу, я пришел сюда надолго. Эй, сделайте это ради общего блага. 50... Какого блага? 53, вон. Ты не хочешь выйти? Я куплю тебе Роблокс, обещаю. Я на 250к могу купить их много. Серьезно? Серьезно, он согласился на, блядь, хуйню какую-то? И хотя 89-я решила пожертвовать собой, нам было нужно еще 8 человек. Никого? Нет желающих? Не хочу показаться грубым, но все пожилые люди должны уйти. У них пенсия, а я учусь в колледже. Мне тяжело. Еще что у них пенсия. А ты можешь пойти работать, блядь, и учиться в колледже одновременно. 5! Тяжело ему, умник. 4, 3, 2, 1! Деньги там явно всем нужны. О, он теперь еще и ведущий.
Увы, вы не пришли к соглашению, а значит, 25 случайных участников. Блин, эти зря, значит, вышли двое. Участников будут обидно. Исключены. И чтобы гарантировать случайность, мы при помощи этого устройства отберем участников одного за другим. Давай. Чендлер, возьми шарик для пинг-понга. Фистаблс. Наш первый исключенный... Номер 18. Это отстой. Лучше бы на самом деле сразу так сделали. Почему? Блин, нафига эти двое вышли? Теперь 27 выйдет, а не 25. Почему я? Нет. Следующий исключенный 85. Помните, это... Чувак, чё, офигел, Ваш выбор. 82. Слушайте вас. А, ну да, ваш. Номер 80. Мне жаль, босс. Окей. Блин, что-то большинство пока что взрослых. 99. Не волнуйтесь. Ты чё? Сейчас осталось всего 19 шариков. 12. 24. 22. 19. О, это жестко. 29. Жестко. Теперь по молодым пошли, да? Мне жаль, сын. Блин, он выглядит старше, чем я. Сынок! По-моему, он старше тебя, не? И наш последний исключенный. Номер 13. Оп. Несчастливое число, чувак. Чендлер, посмотри, скольких ты исключил. Мне? Это не я сделал, это сделали рандомы. Мне пох. Вы потеряли 25 человек. Хорошо. 27 так-то, ну ладно. Что это не я? Я все еще здесь, но не знаю, рад ли я это. При каждом числе... Кстати, 33. А что до этого? А, ну да. Я думал, это мой номер. Я сегодня иду домой. Вас осталось 67. Поздравляю! И, конечно же, стоит кому-то выбыть, и мы сразу уничтожаем его куб. Зачем вы так зло это все делаете? Я понял. Они все эти ролики записывают, чисто чтобы потом что-нибудь поразрушать. Ой, блядь, гений, а? И после жести в прошлом испытании я решил дать им немного времени, чтобы прийти в себя. Я позволил им немного потусоваться в своих кубах, что само по себе стало испытанием. Если вы не хотите здесь ночевать, то все, что нужно, это просто выйти из куба. Так и поступлю. Потому что... А зачем пришел тогда? Началу... Я так понимаю, он думал, что это быстро все пройдет, второго дня ушло так много людей, что у нас осталось всего 55 участников. Неплохо. Начнем новый день с того, что посмотрим, сможете ли вы договориться о том, кто должен выиграть эти 250 тысяч. Интересно, их реально... Не, ну 100% должны, наверное, в туалет отпускать, потому что, блядь, целые сутки, например, без него это такое себе. Долларов. Если вы сойдетесь на одном и том же человеке, он тут же получит... Чё, подожди. Начнем новый день с того, что посмотрим, сможете ли вы договориться о том, кто должен выиграть эти 250 тысяч долларов. Если вы сойдетесь на одном и том же человеке, он тут же... 65... Ой, 55, да? 250 делить на 55. Если на 50 делить, то это получается... Сколько это получается? 50. О. По 5 тысяч, короче, каждый пол... Подожди, какие 5 тысяч? А то, ну да, по 5 тысяч. Слушай, я бы так, наверное, сделал. Ну, конечно, 250 тысяч... 5 тысяч — это не 250 тысяч, но в любом случае хоть что-то. Получит 250 тысяч. Но, если хоть один из вас проголосует за кого-то еще, мы устроим испытание и исключим многих из вас. Кто, по-твоему, должен выиграть? А что за испытание, интересно? 14-й. Кто, по-твоему... Почему? А почему 14-й? Должен выиграть 250 штук. 11-е. Так, О, подружили, да? Ничего не вышло. Вы не смогли единогласно договориться о том, кто должен выиграть деньги, поэтому придется провести испытание. А, так быстро? Подожди, ты прикалываешься? Сука, я думал, они кнопку жать будут сначала, там типа переговариваются, например, может быть, к чему-то придут, а это так быстро, алло. Каждый ряд должен выбрать капитана, который будет представлять всех участников своего ряда в следующем испытании. Нет, ну выиграет тут, мне кажется, либо... Ну, короче, где-то средний возраст. Прошу. Если там будет какое-то там силовое испытание, например. Видите, что вы доверяете тому, кого выберете. Вы скоро все поймете, и это будет очень жестко. В течение следующих 15 минут каждый ряд пытался решить, кто будет их капитаном. Ты хочешь быть капитаном? Если ты не хочешь. Только если не решишь пожертвовать нами. Вы никуда не уйдете. Какой возраст будет представлять ваш ряд? 30. 30. 30. Вот так-то! Вот так-то! Чё, самого старого выбрали из вас? Эй, добровольцы, есть? Я согласен. 64. Я согласна на 64. Кого в своем ряду вы хотите видеть капитаном? Меня. Я пришел сюда, чтобы бороться. Ну, блин, ну 100 лет, не знаю. Смотря, что там за капитан, реально. Я выиграю. Чему все это? Хорошо, капитаны выбраны! Вот тут-то все и становится интересным и немного жестоким. Мы будем предлагать деньги, и если кто-то из вас капитанов возьмет их, вы и весь ваш ряд будете полностью исключены. Хуел! Мое первое предложение — $1000! Не, ну это хуйня. Держи, 42. Я никуда не уйду. Я не исключу свой ряд за $1000. Я не сделаю. 14-й, прошу, не надо! Вы в безопасности. Я не буду. Предложение 2.
$5000. Не надо. Если один из вас выйдет, исключив свой ряд, я дам ему $5000. Я б такой, давай сотку, и я согласен. Ничего меньше, нахуй надо. Нет, 42! Не исключай на 42! Не ждите, что я уйду в ближайшее время. Не делай этого, 30-й! Я лишь надеюсь, что моя жена согласится с моим решением. Следующее предложение. А, хорошо, да, окей. $10000! Не надо! Нет, ну уже десятка, это уже хоть что-то, но все равно мало. Блядь, держись! 10 тысяч не стоит того, чтобы расстраивать их. Мне они нравятся больше, чем 10 тысяч. Ой, чувак, хорош, прям такой милый. 20 штук! Мы не остановим! Охуел! Пока один из вас не выйдет! Этого мало, этого мало! И 50 тысяч! Я бы согласился насрать на всех, блядь, полтос в кармане! До этого капитаны держались стойко, но стало ясно, что как только на кону оказались 50 тысяч, некоторым капитанам стало труднее, чем другим. Не делай этого, 42-й! Боже. Ну что? Я сделаю, что да? Что ж, народ, повеселимся по-настоящему! Следующее предложение, это у нас 80, это у нас 90, это... Сотка! Все, теперь я 100% бы точно всех продал. Это еще не все! Клади наверх. Новое предложение! $100000 первому капитану, который выйдет из своего куба! Нет, блядь, да тут думать нечего! Тут как бы ты че, блядь, почти половина! 14-й, 30-й, 42-й, 64-й или мистер 100? Кто? Он заснул? Кто-то из вас должен выйти, чтобы я смог... Наверное, специально такой, чтобы это я, блядь, не принимал никаких решений, я лучше посплю. Сделать его богатым! Нет, 30-й! Вот сейчас я чувствую давление. Нет, 42-й! Чувак, меня так сильно возненавидят. Ой, я вижу 30... Да плевать на эту ненависть, тебя никто потом не увидит из этих людей! Да ты вот-вот сломается! Нет, двигайся! Не вздумай! Не делай! О, он это делает! Да я бы тоже это сделал, типа сотка, вы чё? Я бы сказал вам, давайте я вам, короче, всем дам сейчас по пятерочке, нормально. В любом случае, у вас шансы выиграть 1 к 50 с хуем там, вы чё, блядь? Я сделаю это, простите. Конечно, ты, блядь, любой бы... Ну ладно, не любой, вон, те четверо не сделали. Но мне кажется, сейчас родители этого, как его зовут, 14-летним... Да ты чё, дурачок, что ли, какие нахер? Ты серьезно? 30-й? Что за черт? Я в шоке. Позор тебе! Позор! Да можете сколько угодно меня материть. У меня сотка в кармане. Алло. Тут предлагают максимум 250. Я понимаю, если бы миллион был на кону, можно было бы еще потерпеть. Но когда 250, это как бы, ну, 40% от этой суммы. Да это пиздец. Это безумие. 30-й вышел. Все 20-летние и 30-летние... И сколько процентов? ...летние теперь исключены. Да, сколько? Вам, ребята, следовало выбрать лучшего капитана. Не могу, не могу. Надо думать о сыне. Ты солгал, 30-й! Ну, извините меня, блядь, я не знал, что тут будут такие деньги предлагать. Вот этот ряд. Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. Все Вот зачем такое говорить, немного непонятно. 30-летние вы можете уйти, все 30-летние вы исключены. Мне очень жаль. Какие мысли у тебя в голове? Что нас обыграли? Я все думал, что это обеспечит моего ребенка на очень-очень долго. Нет, ну это реально, типа, хорошие деньги. Тут вообще, тут я его бы не осуждал. Конечно, было бы немножко обидно, если бы меня выбили вместе с ним, да, то, что он выиграл деньги, а я нет. Но сейчас, вот как зритель, я его прекрасно понимаю, я бы, скорее всего, так же сделал. Можете называть меня там крысой, как угодно, ну, блядь, 100 тысяч это 100 тысяч. За того... Долларов, сука, не рублей. Сколько предательства мы уже увидели в этом видео. 40-летние заключили союз в попытке удержать кого-либо из них от выхода. Ну-ка, как? 40-летних вместе. Нас четверо. Время настало. Проголосуйте. Четверо всего. И увидим, выберете ли вы победителя. И, как обычно, они не смогли договориться. Поэтому проведем испытание и исключим еще пару человек. Я скоро. Давай. Интересное испытание, я хочу посмотреть. В испытании будет колесо, на котором указан возраст всех оставшихся участников. Ну что ж, Чендлер, крути! И сколько ты выбьешь сейчас? Или в настоящее что? Время вас осталось 36. И мы будем вращать колесо, пока не исключим 16 человек. Уу, нифига себе, 20-ок останется. Доведя таким образом ваше общее количество до 20 финалистов. Хорошо, 67-й, я иду к твоему кубу. И пока я иду... Зачем, что, сам не выйдешь, что ли? К его кубу?
Я прорекламирую Фистаблс. Чендлер, крути еще раз. Не, ладно. Колесо укажет на возраст еще одного человека. И когда это произойдет, тебе придется решить, исключать его или нет. Слушай, а почему он должен решать? 55. Испытание простое, 67-й. Вы можете выбрать, будет ли 55-й исключен или останется. Так, и что это ему дает? Или 67-й он не выходит? Прежде чем вы решите, я считаю справедливо дать 55-му слово. Так. Спасибо всем, мы отлично провели время. Удачи, ребята. Вы не хотите попросить, чтобы вас не исключали или что-то в этом роде? Нет, будь я в таком же положении, сделал бы то же самое. Что ж? Ему вполне прекрасно можно. Он позволил вам исключить его. Его выбор. Вау, окей. Не, ну на самом деле это прям умно. А чё? Ну, блядь, ну тут все понимают то, что все они как бы друг другу ничего никому ничего не значат, да? И, естественно, пофигу на всех остальных. Кто-то должен уйти. То есть вы его исключаете? Да. Окей, тогда решение окончательное. Хорошо. Жаль. Жалко мужика, конечно, но, блин, ну, такая игра. Спасибо, ребят. Чендлер, крути колесо! Короче говоря, он решает, да? Не дал мне право исключить его. Первый раз. А что ты думаешь, блядь, если тебя попросят, а остальные не исключают, ты их не исключишь? Был легким. Уверен, остальные пройдут так же. О, 47-я. Мы дадим ей шанс высказаться, прежде чем ты примешь решение. Будь спокоен. Я бы хотела остаться. Я не хочу уходить. Каково ваше решение? Она остается. Вы вызвали? И поскольку она... Сейчас все скажут, типа, я хочу остаться, и что тогда? Остается теперь ей решать, кто уйдет. А, интересно. А кто нет. По сути, можно... Интересно, а этого могут обратно вставить или нет? Включить следующих 15 человек, ничем не рискуя. Но это было бы очень жестоко. Было бы. И я так и сделаю, да. 43. Я бы хотел остаться в нашей команде, но все зависит от тебя. Мы... Все начали повторять. Остаемся вместе, 43-й остается. Ура! Люблю тебя, девочка. 40-летние были полны решимости держаться. Так. Знаешь, что это значит, верно? Теперь ты главная. Блин, у меня сейчас прям мурашки по коже. Интересно, кто кого дальше исключат. А вы везучие. Чендлер, крути колесо. Так. 66-я. Хорошо. Прям. Не исключаем, естественно, нахуй, блядь. Ну зачем? Надо, давай. Там. 43-я. Я знаю, что тебе трудно решать, но я бы хотела остаться. Ох, я сейчас расплачусь. Оставишь ее, и она получит контроль. Бородач, блядь, не тебе решать. Решать вам. 66. Вы такая милая и... Ну, пошла было нахуй. Было приятно познакомиться с вами. В этой игре мы пытаемся держаться вместе. Сука, он прям контролирует ее. Вы нравитесь, но, к сожалению, вы уходите. Спасибо. Спасибо. Жалко, конечно, бабушка. Всем. Все в порядке. Спасибо. Спасибо, что были с нами, номер 60. Блин, ну это прям реально тяжело. 6. О, 6. Здесь особенно, вот когда, да, у тебя денег где-то кону, это уже сложновато, потому что, ну, как бы... Когда там, у тебя хотя бы спокойно немножечко совесть, потому что ты деньги заработал, а тут уже ты практически... Ну ладно, ты все равно можешь вылететь, но в любом случае здесь у тебя накануне стоит именно какой-то большой выигрыш, и уже сложнее решать такие моменты. Я так горжусь тобой. А тебя мы выкинем нахуй, да? Пьянем 42-го на 43-ю. Нельзя терять контроль, иначе нас исключат. Мы на войне. Я знаю. Никто, война, кроме 40-х, не был в безопасности. 57-й. Ты даже не знакома с 57-м. 57-й, вы исключены. 40-е, остерегайтесь 50-х, потому что они вам отомстят. Это 100%. Я бы там отомстил. 65-е. О, это я. Что дофига, блин. Это все ради игры, и мне жаль, вы тоже исключены. Все, она уже в это вошла во вкус, блядь, теперь всех будет исключать, да? Она вывела 65-ю из игры. Я знаю, что ей больно это делать. Я знаю, но нам нельзя терять контроль. 43-я знает, что если она остановится и потеряет контроль над колесом... Если бы выбили этого, как его, бородача, я бы ему отдал, типа, на, сам решай, сука, пусть у тебя будет на этой на совести. Сом, следующий игрок вполне может исключить ее. Ну да. О-о-о! Это будет нечто. Ну, блядь, детей-то не надо, оставь ее. Ты его. Многое, значит, для Джио. Хорошенько. Джио, мужик, пацан? Вы все обдумайте. Это 11-й? Джио, не плачь пока, еще не все. Послушай меня очень внимательно. Следующие секунды многое решат. Я сейчас дам тебе этот микрофон, и ты попробуешь... Нет, это все девчонка. Бить ее не исключать тебя, ты понимаешь?
добрый человек. Ну, милота-то какая. И вы достаточно добры, чтобы не исключать меня. Не, ну ребенок-то, блядь, исключать вот такое. А потом такая эта девчонка такая, включил режим демона и исключила всех. Но я думаю, не будет такого. Оставь Джио! Оставь Джио! Да, оставь ребенка, ладно тебе. Оставь Джио! Все равно вряд ли она выиграет, хотя бы подольше посидит. Да ладно, оставь! Не делай этого. Не время для сострадания. Окей? Окей. Джио, я так тобой восхищаюсь. Пошла ты! Ты самый крутой один. Ну это прям это уже. Ладно, типа остальных взрослых, вы не жалко, но ребенка. 20-летний ребенок. У тебя полно энергии и задора, и твое будущее очень светлое. Но, увы, твое время здесь истекло. Жестокая, конечно, женщина. Вот этого я не пойму. Типа, все предыдущие, ладно, без проблем. А вот уже детей, у меня бы, наверное, рука не поднялась, мне скорее очень, всего. Мне очень-очень жаль. Ничего. Жалко ее. Все потеряли дар речи. Как будто специально рот открыли. Что ж, аплодисменты. Я так ужасно себя ощущал. Я б тоже. На этого исключения, что попросил 11 номер помочь мне на сцене. Аплодисменты, Джио! На тот момент все за пределами 40 лет знали, что у них большие проблемы. Не то слово, блядь. Она исключит каждого из нас. Если тебе не 40, ты выбываешь. Опять же, я не думаю, что мы в безопасности. Да, никто не в безопасности. 17-е. 17-е. К сожалению, ты исключена. Спасибо. Тебя уже не так жалко, да? Бам-бам. 16-летний. У меня есть прабабушка. Видно. У нее не очень хорошее здоровье. Мне ей насрать на это 100%. Очень жаль, но ты тоже исключен, 16-й. Вау. Лучше не надо было такую информацию, мне кажется, говорить, потому что, ну, явно, блядь, она исключила 11-летку, но все остальное ей тоже будет похуй. Я так горжусь тобой. Да пошел ты! Что-то меня этот мужик прямо заражает. Я горжусь. Хотите, верьте, хотите. Хотя, типа, он красавчик, то, что не исключил их тогда за сотку, но сейчас, блин, ну, манипулировать. Я понимаю, все средства хороши, чтобы выиграть. Тут и... Если тогда за сотку я бы точно продался, да? То сейчас я бы не смог 11-летку исключить явно. Нет, но колесо почему-то все время пропускало альянс 40-х. 52. Исключено. О, боже мой. Пока не выпало это. О. И вот оно, самое трудное решение в испытании. Ты исключаешь себя? Я думаю, что продолжу крутить Джио. Хорошо. Крутани. Еще разок. Вы тоже исключены. К сожалению, вы исключены. Хорошо, 75. Да. Жестко. Жестко, бля, она всех исключила. Что-то реально на 40 не попадает. Какого фига? 62-я. А, да я ждать даже не буду, пошли вы. Эдинсон, можешь ничего не говорить. Пока. 62-я. Адиос, амигос. Вы не хотите попытаться убедить ее? Нет. Да какой в этом смысл? Пока. 60... Да это просто унижение уже какое-то будет. Офигеть надо. Вторая, я просто хочу, чтобы вы знали, я буду скучать по вашему храпу. Что ты сказал, злодей? Я буду скучать по вашему храпу. Я не злюсь на тебя, 43-я. Я начала чувствовать твою боль, а ты просто жесток. Я уже... Согласен полностью, да. Скучаю по вам. Пока, ребят. Даже не заставив 43-ю принять решение, 62-я покинула куб. Ну, я бы на самом деле, наверное, так же сделал. Ну, типа, камон, чего ждать? И осталось всего одно исключение. Кто же станет их следующей жертвой? Итак, Пистаблс. Пистаблс. Ну-ка. Это значит, что все получат лучший в мире шоколад. Гениально. Молочный кранч, мой любимый. Это, надеюсь, есть 10 тысяч долларов в нем или нет? Край. Если нет, то нафиг надо, 2,5 бакса на них стоит, окей. По-моему. Без проблем. И хоть его исключили, мы все равно помним о нем. Обязательно сходите в Walmart и попробуйте наш новый вкус. Ну так вот, когда колесо наконец указало на кого-то еще из альянса 40-летних? Ну-ка. 41-е, я люблю тебя, и поэтому я передаю это тебе. Наконец-то так. У нас кто-то новый. В зависимости от результата, это может... Сейчас как раз она исключит всех, да? Будь последний раз. О, хорошо, мистер Стоун, вам есть что сказать человеку, который пытается вас исключить? Очень надеюсь, что вы не исключите меня, и прошу вас оставить меня. Мистер Стоун, мне очень жаль. Храни вас Бог. Я надеюсь, что у вас все получится. Адиос. О, нет. Жалко мужика. Нет. Я понимаю ваш ответ и поздравляю вас с тем, что вы делаете. Давайте всем поаплодируем столе. Не, ну жалко мужика, конечно, но он, скорее всего, тоже бы исключил, если бы дали ему. Все были просто раздавлены, увидев, что наш старейший участник выбыл. И поскольку он явно был любимцем публики, я не мог отпустить его просто так. Я дам вам 20 тысяч за то, что вы пришли и соревновались.
Хорош. Бля, а что ребенку-то не дал? Ребенку бы тоже дал хотя бы. Спасибо, мне понравилось быть с вами. Это было жестко. Мы только что наблюдали. Не, ну деда, конечно, за деда хотя бы вот так вот, но я рад, хотя бы хоть что-то получил. Да как многих. В любом случае, он, блядь, упорно сидел до последнего момента, никуда не выходил. Вообще уважение ему за это. Людей исключили. Я знаю, что всем сейчас, наверное, очень грустно. Угу. Особенно 43-й. Исключен, 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 исключен. И мне кажется, ее будут не любить больше, чем того чувака, который забрал сотку. Но, скорее всего, не любить будут 42-го. Можно не называть конкретные числа. Mm-hmm. Верно. Как ощущения после испытания? Мне больше не нравятся 40-е. Скажу, как есть. Они уничтожили мою команду. Похоже, 50-летние не любят вас. Потому что мы выбили половину из них. Будь микрофон у них, они бы выбили половину из нас. Согласен. Мораль истории. Не доверяй никому. Спустя пару часов... Но мы будем дорого доверять 40-м, да? После того, как... Сейчас я останусь на 40-е, пипец, там начнется месиво. Игроки пришли в себя. Мы провели еще одно голосование за победителя. Похоже, что вы ни о чем не можете договориться. Еще одно испытание! Оно будет напряженным. Хорошо. Если посмотрите сюда, то увидите 250 тысяч. Не путать с другими 200. Это что, типа уже 500 000, что ли, на кону или еще? 50 тысячами. Ну-ка. И один из вас может уйти с ними прямо сейчас. О! Как? О-о! 100% он побежит, если у него будет возможность. О, господи. Но прежде чем я все расскажу, мы затемним ваши комнаты. Внесите занавески! Он не хочет, чтобы мы общались. Что сложно, ведь мы такая сильная команда. Ставки значительно поднялись. А что общаться-то, блядь, занавески-то как будто будут звук убирать вам. Итак, мы закрыли все 20 кубов. Если один из вас добровольно выйдет, исключив себя, то получит эти 250 тысяч долларов. Но если кто-то еще попытается это сделать, оба будут исключены и ничего не выиграют. Время пошло. Посмотрим, выиграет ли кто-то 250 тысяч. Бля, вот это сложно. Тысяч. Я сегодня упустил 100 тысяч. На этот раз я получу именно то, зачем пришел. Козлина. Просто говорю вам, что выйду. Так что если хотите присоединиться, то можем быть неудачниками вместе. Кажется, я решусь на это. 64-й, ты выйдешь? Ага. Если выйдешь и 42-й тоже, ты ничего не получишь. Бля, прям напряженно, если честно. Это верно. Было совершенно ясно, что 40... Я так понимаю, то, что можно выйти всем до, когда закончится 10 минут. Просто, например, если выйдет один... А второй выйдет через 5 минут. Это тоже считается то, что они оба вылетели или нет? Непонятно. Второй сделает все, что в его силах, чтобы забрать приз этого испытания. А это значит, что пока они решают, стоит ли выходить из кубов, я расскажу вам о Top Troops. Top Troops — бесплатная мобильная игра, в которой вы сражаетесь с врагами, завоевываете. Troops я могу обучить персонаж 15 дней. Если вы используете его в моем описании или, дай-ка, сканируйте QR-код на лице Нолана в течение ограниченного времени. Взял, блядь, лицо чувака, закрыл, ну нафига, ну некрасиво, но... Вы получите королевский сундук и 15 осколков для разблокировки уникальных юнитов. Уберите эту штуку с моего лица. Секунду, прошу. Я выхожу. Так. Осталось 60 секунд, пока вышел только один. Он может выиграть столько же денег, сколько в главном призе. Что-то у меня такое чувство, что я бы назло ему сделал, потому что он хуёво поступил и бы тоже вышел. Не знаю. Нет, конечно, деньги — это круто, но... Но солить такому челу всегда хочется. Кто-то может уйти с деньг... Не знаю, на самом деле, как бы я тогда там рассуждал, но сейчас прям пипец у меня есть. Прямо сейчас! Если вы решите уйти, то должны хранить молчание. С этой стороны никто не вышел. На данный момент 42-й может уйти с четвертью миллиона долларов. Все-таки до 10 минут, да, нажали. Десятый на местах. Как скала. Кейси, ты остаешься? Кейси остается. Я сплю вообще, отъебись. Хорошо, приятель. Три. А-а-а, козлина! Два. Выходите сейчас или оставайтесь. Интересно, зачем он вышел? Типа, думал то, что выиграет, или специально, чтобы ему насадить, интересно? Один. Время вышло. Посмотрим, выиграл ли кто-то четверть миллиона долларов. А ладошки-то потеют. Стража, опустите занавески. Так. Если мы посмотрим... Какой злой! Вокруг, то увидим, что 42-й был единственным, кто вышел! Нет. До конца. Пока! Охуенно! Как все охерели! Не осталось 2 секунды! И кто-то вон там вышел в пас... Почему-то мне кажется, что он реально просто насолить ему решил. Последнюю секунду. Так улыбается такой. Боже мой.
Бабулька классная, она шарит. Извини, 42. Как говорится, либо пан, либо пропал. 40-летние только что потеряли своего лидера. А вы, ребята, все еще в игре. Помните об этом? Да пошел ты, прокинул сейчас. Это тяжело. Не, ну я, конечно, тоже так, наверное, сделал. Вы оба рискнули, и не сработало. Я очень громко и ясно заявил о себе, и ты знал, что произойдет. Я специально и вышел. Да, так что, по сути, ты сказал, деньги, я вас не люблю. Бывает. Все окей. Думаю, на сегодня... Бывает, серьезно, он не из-за того, что его выбить захотел? Ты что, надеялся на то, что он не выйдет? Пипец, ну типа видео до этого, как он себя вел, типа это 100% он вышел, и так понятно. Мне хватит стресса. Убедитесь, что заведете много друзей. Моего соседа теперь нет. Я очень-очень-очень громко и ясно сказал всем. Слушайте. Ну, зато денежку получил, что-то тысяча. Тут только один победитель. Казалось, что сработало до последних двух секунд. Значит, нет, значит, специально. Извини, 2 секунды считаются. Я все решил еще до того, как запустили таймер. Похоже, 50-летние не так быстро забудут урон, полученный хорош, чувак. Вчера. Все, что я хочу сказать, 40-е. Все-таки он специально сделал. Берегайтесь 50-х, потому что они вам отомстят. И еще раз спасибо топ-труп за спуск. Бля, охуенно, у меня слезы наворачиваются. Спонсорство этого видео. Ой. Обязательно скачайте игру после просмотра. Шикарно. На данный момент 82 человека исключены из испытания. Но мы не собираемся сбавлять обороты. Давай. Доброе утро всем. Третий как день. Думаете, вы договоритесь о том, кто должен выиграть 250 тысяч? Может быть. Голосуйте на планшете. Разумеется, все проголосовали за одного и того же человека. Нет, да? Давай серьезно, мне готовить следующее испытание? Да. Ага, так и будет. Бля, как иначе? Чем меньше людей, тем меньше единодушия. О. Хорошо, время для следующего испытания. Вынесите кейсы. На данный момент все люди старше 40 лет начали понимать, что будет следующим испытанием. Да. Почему именно старше 40, а что остальные тупые? Там чемоданы с номерами, как в пан или пропал. Боже мой, я думаю, это пан или пропал. А, потому что они смотрели эту передачу? Это очень похоже на пан или пропал. Следующее испытание очень похоже на популярное шоу «Пан или пропал». И поэтому... У нас что-то такое тоже было, но я не помню, как у нас оно называлось. По-моему, что-то по-другому, разве нет? Мы пригласили ведущего Хауи Мэн. Интересно. Я, конечно, его не знаю, но, блин, то, что вот так вот они сделали, это прикольно. Как дела, Хауи? Все, кто старше 40, обожают Хауи. Спасибо. Прикол. 14-летний, ты, возможно, его не видел. Ты меня знаешь. Тебя вообще без понятия, кто этот лысый чувак. Знаешь? Стоп. Возможно, я знаю. Вы музыкант? Да, рэп читаю, блядь. И если вам тоже меньше 40, и вы не видели пан и... Он кому-то специально это сказал, чтобы покекать. И пропал, не волнуйтесь. Я объясню правила по ходу дела. Так. Если мы заглянем внутрь этих 18 кейсов, то в половине надпись «Исключен», а в половине «Спасен». Выбери номер. 14. Логично. Открой кейс. Никто, включая меня, не может видеть, что внутри. О, сейф, хорошо. Ты знаешь, что внутри? Да. Кто здесь следующий по старшинству? Думаю, это я. Хорошо, теперь я иду к номеру 41. 41-я теперь может украсть кейс 14-го для себя. Нельзя так, ну блин, бедный пацан. Или выбрать один из оставшихся кейсов. Посмотрим, насколько хорошо они умеют читать друг друга. Эй, что в кейсе номер 14? Там спасен. Я украду его у тебя. 41-я? Блин, сказал правду, зачем? Открывай. Хотя, на самом деле, блин, если сказал бы неправду, она бы тоже могла... Точнее, она не украла бы. Хуй его знает, блядь, кто тут работает, психология. Где кейс? Здорово, ему так нравится. Все верно, столько воспоминаний. Вау! Блин, жалко, лучше бы ее выкинули тоже. Почему он не соврал и не оставил безопасный кейс? Это значит, что шансы всех только... А может быть, он специально тоже реверсивная психология. Только что ухудшились, нужно выбрать новый кейс. Какой номер? 13. Счастливый. 100% я уверен, что в 13-м будет фолд. 13. Следующий по старшинству участник, номер 43. Не он теперь открывает? Ты. Что в твоем кейсе? А, нет. Там написано «Исключен». Я... Признаюсь, в тот момент даже я не знал, говорит он правду или нет. 14-й, ты клянешься, что там «Исключен»? Ты прикалываешься, что ли? Вот, блядь, будет он тебе тут клясться, нахуй. Ты поклялась, когда всех исключала? Да, исключен. Вау, это стратегия? Я думаю, что сама выберу кейс. 14-й! Открой свой ну-ка. Кейс! Хорошо. Жалко, конечно. Лучше бы он сказал то, что не исключен, а может, она забрала тогда. Исключен. О, 14-й.
Мне... Да иди ты! Очень жаль, приятель. Еще один в списке исключенных вами. Это постоянно. Блин, пацана жалко, конечно, он такой хорошенький был. Ну, в том плане, то, что он тогда не это, ну, не предал никого и остался. Увидимся, приятель. Ты лучший. Спасибо. Я хотел бы честно. Слезы на глазах наворачиваются прям. Я был, и меня исключили. Я чувствую, что поступил правильно. Ну, чувак хорош, вообще респект ему за это. Осталось 16 кейсов. Лайк даже выберите поставлю. Номер. Я выберу счастливое. Чисто за пацана. Счастливое число 3. Нам даже не нужен микрофон для этого. Они стоят рядом. У нас еще есть альянс. Можешь мне доверять или нет. Если ты спасена, я позволю тебе оставить кейс. Ты спасена? Я не спасена. Ну тогда тебе все равно позволю оставить кейс. Мне нужно принять трудное решение. Оставляю. Окей. Он решил оставить кейс 43-й. Откройте его для нас. Если она лжет и там надпись «Спасен», то 40-е больше не смогут доверять друг другу, и их альянс будет разрушен. Нет. Ну, карма ее настигла. Какой сильный альянс. Мне очень жаль, 43. Мы любим тебя, 43. Это почти хуже, чем быть похороненным. Это определенно хуже. Да и не знаю, блядь, все-таки ты тут хотя бы жив. Плюс 15 кейсов. А, ну его тоже хоронили, то есть тогда да, он знает все, о чем говорит. И лишь 8 из них безопасны. Я скажу тебе правду, я исключен. Я просто испытаю судьбу. 44-й. Он был исключен. Это жестоко. Удачи, мужик. Выберите любой номер. 10. 10. Убедитесь, что никто не видит. Я пришла сюда не за деньгами, а за честностью. Там на... Серьезно? Сына спасен. Ты говоришь правду? Ну как вы, блядь, если вы друг другу до этого доверяли, что сейчас это переставать? Это самый серьезный выбор в вашей жизни. Вау, да, какая интрига. Крадешь или нет? Я хочу забрать его. О, блядь, говорила же 40-е друг за друга, а не оставила ей. Сука, вот крысы нахуй бывают, да? Даже на корабле таком. Обратного пути нет. Твое будущее лежит внутри этого кейса. Не могу. Хорошо ведет, да? Открой кейс. Пусина. Она говорила правду! Жалко, конечно, 45 лет. Большое спасибо. Да пошла ты! Посмотрим, решит ли она в какой-то момент действовать сама. Что, как ты утверждаешь в твоем кейсе? Исключен. А она продолжает говорить правду, жалко ее, конечно. Я поверю тебе и позволю тебе оставить кейс. Открой. Позволю, блядь. Ну да, блин, это 47-я вообще крыса. Хотя ее честность привела к исключению, она помогла спасти двух человек из Альянса. Ты честен, 48? Я всегда был честен с тобой, 51, ты это знаешь. Я облегчу тебе задачу, там написано «исключен». Ах ты ж! Да, конечно, просто пипец, никому доверять нельзя. Давай я. Украсть или не украсть? Как классно! Помни, 250 000 на кону 51-й. Я не стану красть. Посмотрим, говорил ли правду 48-й. Да нет, конечно. По нему лицу даже видно то, что он будет делать все, что угодно, чтобы выиграть. 3, 2, 1. Он лгал. Хорошо сыграно. Как хорошо сыграно. Надеюсь, вы усвоили урок. Вот как нужно лгать, ребят. Мы попали в девятку лучших. Получится ли у 51-го так же? Надеюсь, его тоже исключат, блин, ничего не будет. 15, Хавы. Вот так. 17-й на очереди. Я поверю всему, что он скажет. Там написано исключен. Красть или не красть? Не красть. Не красть. Жалко мужика, но он хорош. Хорошо. Сказал правду. Покажем ей. Блять, уважение всем, кто говорит правду. Он был ч... И я не знаю, как бы я поступил, серьезно. Потому что я на таком месте и на их месте никогда не был. 51-й? Теперь вы исключены. Это отстой. И согласен. Хотя... Это все равно грустно. 54-я избежала опасности. Сейчас ей попался кейс с исключением. Привет, 54-я. Я готов. Я честно скажу, что в 7-м кейсе написано «исключен». Я знаю, что это мой билет дальше, ведь ты не обманываешь меня. Сложное решение. Красть или не красть? Мне кажется, словно вес всего мира сейчас на моих плечах. Красть. Нихуя себе пожертвовал собой. Я сейчас расплачусь. Хорошо. И хоть она сказала, что... Это просто шоу, бля, у меня слезы наворачиваются. Там надпись «исключен». Вы украдете его? Да, именно так я и сказал. Да, украсть. Он бросился на амбразуру ради нее. Вы верите?
Да, я хочу для нее самого лучшего. А я увижусь с внуками. Боже мой. Охуенно. Вау, это, возможно, самый бескорыстный какого фига? Поступок, что я видел в жизни. Думаю, я споткнусь об эту штуку. Ты дала мне самый легкий выбор в моей жизни. Храни тебя, Бог. Если есть шанс что-то дать человеку, то да, это. Я правда выиграл, я встретил Хави Мэндала. И снова вся... в кейс с исключением. Она во второй раз оказалась честной. Я признаюсь честно там. А сейчас ее точно выкинут уже. Написано «исключен». Нет, я не буду его красть. Ну, это и так было понятно. Ближе к концу. Чувак просто так, можно сказать, за собой пожертвовал, да, блять, все, нивелировали эту, вот эту вот женщину. Но ее понять можно. У игры у нас стали заканчиваться безопасные кейсы. У меня один из безопасных кейсов. Я бы хотела украсть. Я ему верю. Что? Верит она ему, блин. О, нет! И как только мы добрались до двух последних кейсов, мы понятия не имели, будут ли они... Блин, у меня прям этот... Слезы реально на глазах. Гать или говорить правду. Итак, 67-й и 96-й. Один спасен, а другой исключен. Вы хотите выбрать кейс? Или хотите, чтобы 96-й выбрал его? Давай, 96. Это прекрасно, что вы здесь. Надеюсь, в вашем возрасте у меня будет столько же энергии. Он сидит просто на кресле. Чтобы кататься на лыжах в следующем году. Ого. Окей, какой кейс вы хотите? 16. Есть 16-й. Мы откроем и посмотрим внутрь, чтобы никто другой не видел. Что в кейсе 96? Исключен. Моему отцу тоже 96 лет. Сколько же раз он врал? В 96 или раньше? Вы возьмете последний кейс со сцены или украдете у 96-го? Не украду. И поскольку это наши два последних кейса, мы немного усилим драматизм и откроем их одновременно, чтобы увидеть, кто пройдет дальше. Посмотрим. 9 лучших. О. И 250 тысяч на кону. Я начну обратный отчет. 3. Давай. 2, 1. Да! Хорош! Вы остаетесь. Мы остаемся. А 96-летний солгал. Я жив и здоров. Хорош старик. Вот поэтому он самый старший, что остался в испытании. И вот у нас осталось девятка сильнейших. Следующее испытание будет еще безумнее. Это финал. Мы сократились до финальной девятки. Я планирую победить в этой игре. Очень нервничаю. Альянс сороковых держит. Блин, надеюсь, вот эти трое как раз-таки исключатся. Застойка, Эмоции накаляют. И она тоже, я за деда. Я думаю, что скоро станет довольно безумным. И к моменту последнего дня этого видео доверие участников друг другу истончит. Да там никакого доверия вообще не могло быть, в принципе. Добро пожаловать в мою главную обитель. Вокруг вас просто море красных крест. Ну, кстати, 56-й тоже может. Море. Я что-то не видел, чтобы он что-то плохое делал, по-моему. Вы доверяете людям там, на другой стороне? Нет. Из всех людей оставлю. Этому не доверяю вообще. В этой комнате, да. Кому вы доверяете больше всего? 47-й на 100%. Когда мы ввязались в это, мы просто хотели посмотреть, как далеко мы сможем зайти вдвоем. И если в итоге останемся только мы, это будет потрясающе. Какова ваша стратегия? У меня нет стратегии. Да какая, блядь, стратегия? Я тут на честь удачи, блядь, осталась. Поскольку вы не можете договориться о том, кто выиграет эту гигантскую кучу денег, теперь вы выберете 4 человек, которых нужно исключить. Способ принятия решения прост. Каждый расскажет остальным, почему он заслуживает призовых денег. И всем вместе... Да тут смысла никому ничего рассказывать нету. Вообще нигде люди, вот эти, которые остались, мне кажется, всем им пофигу. Если придется решить, главное, сами выиграть. Да и мне, в принципе, наверное, так же было бы. Кто недостойно продолжения испытания, а чья нет. Каждое решение, которое вы приняли за это видео, вело вас к этому моменту. Расскажите, на что потратите деньги? У меня сын, у которого есть особые потребности. Мы оставили все. Все в нашей стране, на Филиппинах. У меня нет медицинской страховки. У меня ужасная нейропатия. Блин, без страховки в Америке же и жить вообще пипец. Эй, кузины волчанка. Я хочу ей помочь. У нее 3 малышей. Это так тяжело, ребят. Я не помню, что такое волчанка. Это... Ну, короче, боялись какая-то, ну, насколько она такая стрёмная. У меня аутичная невербальная дочь, которой в конце месяца будет 7. С ней нужно много работать, и нам столько всего предстоит с ней. Я плачу за всех. Мое сердце разбито. Просто хочу отдать им все свои деньги. Как можно... Блин, ну... Да, это тяжело. Можно ставить чьи-то желания и надежды выше других. Инвестировать на 90-120 дней в мою майнинговую платформу. Несправедливо.
Чё, блядь, серьезно? Ее 100% выберут. Выгонят, блядь, маленькую платформу, чё за хуйня? Дива говорит, но его желания не так важны, как те или другие. Угу. Несправедливо. Я чуть не потеряла бизнес во время пандемии. Давай голосовать по одному, кто не проходит. Окей. Окей, начнем с очевидного. Моей дочери, потому что я живу с ней, она приняла меня. Становится все труднее и труднее, чем дольше это идет. Давай двигаться дальше, потому что легче не будет. И вот, когда вы услышали истории друг друга, теперь вам всем решать... Ну я вон ту, которая про майнинг-платформу, я бы ее нахуй сразу исключил, блядь, действительно. ...решать, кто останется, а кто... Просто деньги-то может слить и все. ...уйдет. Это явно не, не та потребность, которую нужно закрывать. Я не знаю, что делать. Давай начнем с 61-й. Люди на этой... Да и 100% ее, блин. ...в стране комнаты решили выбрать 61-ю. Услышав истории друг друга, вы должны решить, кому, по вашему мнению, стоит отправить... Могла уж придумать тогда, чем и соврать. ...отправиться домой. Покажите результаты. Вау. А, нет, это ладно, окей. 61-я. Это я. Угу. Она смутьянка. И знаете что? С катертью дорожка. Ну да, согласен. Еще троих участников нужно исключить. Вам решать. Я не знаю, что мне делать. Мы можем выбрать 46, если нужно. Сделаем это. 46 был не очень убедителен. Голоса посчитаны. Хорошо? Нервничаешь? Очень. А зачем ты оставил, типа, все в своей стране и переехал? Ну, типа, камон. Собираюсь предать свой альянс. Посмотрим на результаты. Каждый голос был отдан за 40-летнего. Я думал, у вас всех альянс. Бро. Воу. Хорошо. 46-й, вы исключены. Я не могу поверить в то, что произошло. Альянс 40-летних. Так ты уже давно разрушен, разве нет? Только что развалился. Они уже врали друг другу там, поэтому неудивительно. Кто дальше? 96. Я больше не могу этого делать. Посмотрим, что вы все решили. 96-го? 96-летний. Вот. Ну, жалко мужика, конечно. Дачи, и спасибо всем. Я счастлив, что был на этом шоу. Финальное голосование приближается. Нет, ну, блин, я даже не знаю. 70. Ну, деда, конечно, жалко. Я надеялся, он выиграет. Ну, голосуй. А вот 72-я, блин, она вообще одобрячка. Я бы не смог, наверное, на нее руку поверить. Мы готовы к последнему исключению в этом испытании. И на этот раз я попрошу вас сказать мне, за какой номер вы проголосовали. За кого вы проголосовали? Я проголосовал за 72. Один голос за 72-ю. Она милашка. 72-я. За кого вы проголосовали? 41-я. Один голос за 41-ю. За кого вы проголосовали? Я проголосовала за 72, так что у нас ничья 72. Чё-то какая-то ты дерзкая слишком. Я бы тоже за тебя проголосовал. А вот бабульку вообще жалко. За кого вы проголосовали и почему? За 41-ю. Там вы... Ну, блядь, ну все равно 72 уйдет, потому что там вторая женщина за нее проголосовала. В основном желание и мечта. Я помогу своей сестре-близнецу купить дом. Вместо необходимости. Это ура. Согласен полностью. Уровневый отчет. За кого вы проголосовали? 72. Три голоса за 72-ю и два голоса за 41-ю. Я бы за нее лучше проголосовал. Вы решающий фактор. За кого? Ну, вообще-то как бы не решающий. Если за нее проголосуют за 41-ю, то это ничья же получается. Кого вы проголосовали? 72? Ну, голосуем. Я проголосовала за 72-ю. Это... Жалко ее, конечно. Значит, что 72-я получила большинство голосов. Мне жаль. Вы исключены. Только один человек получит эти деньги. Надеюсь, не ты. И не вы, ты. Мы знали, что... Я за мужика вон того в эту бородатую. В какой-то момент нам придется провести сокращение. Теперь пришло время играть в игру. Вот за него. Внимание, финалисты! Надеюсь, он выиграет. Но, конечно, вряд ли, потому что 40-х осталось уя. И снова вы не смогли единогласно проголосовать за победителя, и теперь у вас больше нет выбора. Мне не нравится, что вы так далеко друг от друга, особенно 56-й. Это как-то нечестно. Итак, парни, я думаю, что наконец-то пришло время раскрыть главный поворот во всем этом видео. Впервые с начала этого... А, теперь они будут жить вместе, что ли? Вы можете выйти из своих кубов. Вы не будете исключены и пройдете к гигантскому... Ну, 100%, теперь они будут здесь вместе сидеть и решать, наверное, что-то, да? Для финального испытания. Давай посмотрим. У меня что-то прям мурашки побежали по коже. Я только что был в курсе. Как я и говорил, на протяжении всего этого видео решение о том, кто выиграет деньги, зависит лишь от вас. Итак, на экране обратный отсчет.
И когда час подойдет к концу, оставшийся в кубе выиграет 250 тысяч. Пиздиться буду, да? А если по какой-то причине здесь останется больше одного человека? Парни, выходите! Сожжем деньги. Обратите внимание, что Мак и Тарик держат огнемет. И они не колеблясь, польют эти деньги. Но они не настоящие, поэтому похуй, да? Огнем по моей команде. Время пошло. Удачи. Только один из нас уйдет с деньгами. Думаю, что здесь... Почему были... А, вот интересно, было такое правило, что, например, делиться нельзя? Могли бы поговорить и решить, типа, давайте просто поделимся и все. Хотя, блядь, доверять им такое нет, себе. Нет никого, который был бы важнее других. Это относится ко всем от одного до ста. Мы все заслуживаем этих денег. Причем тут заслужить? Нужно выиграть. Мысли? Если мы не можем договориться об одном человеке, то нужно найти способ это сделать. Есть. Камень-ножницы-бумага играть? Идея на этот счет. Я бы предпочла, чтобы нам сказали, что делать. Кто-нибудь готов? Не умеют люди брать на себя ответственность. Хотя, не, ладно, до этого брали. Это справедливый вопрос. Я просто подумала, что стоит это предложить. Почему бы и нет? Мы это не обсуждали. Да никто не готов уйти. Вы чего, блядь? Ради кого? Незнакомцев? То есть никто уходить не хочет? Блядь, нет, конечно, никто, я бы тоже не захотел. Я, можно сказать, в невыгодном положении. Я не знаю вашу историю. Если она расскажет тебе свою историю, эти деньги сгорят. Но моя история — это я. Это моя жизнь. У меня свои трудности, у нее у свои. Меня тоже то есть трудности. Мы не хотим ничего рассказывать и просто оставим все как есть. Мы не можем, у нас всего 15 минут. Сейчас мы просто... Да так надо было до этой 15 минут разговаривать хотя бы. Мы тратим время. Интересно, кто же выиграет? Прям интрига, интрига, время а? Время утекает. Кто-то должен начать уходить. Сейчас. Прям сейчас! Я не могу дышать. Я бы лучше ушла. Не надо. Ты заслуживаешь этого, как и любой из нас. Если тебе не... Не заслуживает. Не хватает сил, чтобы сказать, я должна остаться, то я не понимаю, как ты можешь кого-то исключать. Это не ссора, понятно? Это жизнь. Это жизнь. Хочу ли я исключить вас? Нет, не хочу. Ты не та, кто не в силах с этим справиться и хочет уйти. Но я не позволю ей взять и уйти вот так. Все пятеро еще там. Я буквально ощущаю напряжение. Да, как насчет рейтингового голосования? Что это значит? Напиши. Долго ты думал, бля, 50 минут, что это значит? На бумаге, что значит рейтинговое? А зачем писать на бумаге? Чего, объяснить словами не может? Вот как это будет выглядеть. Идея 48-го проста. Каждый по очереди выбирает того, кто ему, как кажется, больше всего заслуживает денег. И тот, кто чаще всего будет на вершине списков, заберет деньги. То есть от каждого по голосу и все. Это рейтинговое голосование. Предлагаю так и... Так все будут себя просто ставить первым и все, нет? Хотя будут по остальным, наверное, считать. Ты хочешь собрать все и подсчитать? Именно это я и делаю. Если хочешь, подойди, проголосуй, и я начну считать. Так. Интересно, можно ли ему доверять? Хорошо, мы готовы. Вы пришли к выводу? Да. В таком случае выходите, когда будете готовы. 56-й был на 5-м месте. Обидно. 41-й и 64-й разделили 3-е. Боже мой! Давай, сестра. Мне все равно нужно за кого-то держаться. И теперь все сводится к 40. Интересно, и кто же из них выиграет? Жалко, конечно, я хотел, чтобы они оба вылетели. 47-му и 40. Бля, почему мужик на последнем месте тут бородатый был? 48-й, у которых был самый сильный союз во всем видео с самого первого. Как будто специально, бля! Все постану. Ладно, нет, конечно. Дня. Но, как вы знаете, только один из них может выиграть эти 250 тысяч долларов. Я занял второе место. 47. Хорош, смотри, чувак, блядь. 7-я, наш победитель. Это безумие. Спасибо, Иисусе, спасибо, спасибо. Ну, поздравляем победителя, получается, да? 47-я. Вам было трудно исключать других игроков. Вы создали самый сильный альянс и до самого конца боролись за окружающих. Я не позволю ей уйти. И вот почему. Ну ладно, из этих двух, мне кажется, она достойна, конечно, большего. Но я за, блядь, бородатого был. 100 человек в конечном итоге решили, что это ваши 250 тысяч. 100 человек? Не особо явно нет.
Не волнуйтесь, все четверо уйдут с 10 000 долларов. Ну, хоть так, да. Это было просто потрясающе. Это безумие. Сидит на бумаге. У нас есть для вас последний сюрприз. Ну-ка. Входите. Мамочка! Какой пиздец сюрприз. Справилась. Как будто бы она все равно потом не увидела с родителями. Я наконец-то могу помочь тебе, мама. Я могу тебе помочь. Это определенно одно из моих любимых видео. Дайте мне знать в комментариях, понравился ли вам более. Не, ну ролик прям пипец сильный, конечно, получился. Интриги, скандалы, расследования. Формат. Мы пробуем его, чтобы подготовиться к нашему шоу на Amazon Prime, которое выйдет в этом году. Но об... А может быть, будем смотреть на пусть его шоу? Ну, как вам такая идея? Об этом я расскажу позже. Бля, охуенный ролик на самом деле реально получился. Прям у меня слезы и смех было. Спектр эмоций просто разнообразный. Бист умеет вообще вот так вот делать, в интригу, все дела. Спасибо большое, это было сильно и интересно. Но я надеялся на другого победителя. Но если вам понравилась реакция, если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.